абсолютно дикое место. Людей мало-мало, очень мало. Что смотреть? Это я вам. О, ух ты, рапан! Это... Ракушки здесь, конечно, да, красиво встречаются. Написала там. Сейчас. Очень много птиц, очень спокойно. Классно, в общем. Лечебные грязи. А с этой стороны море. Но самый большой плюс, что здесь реально людей очень-очень мало. Шум, море и птиц. Водичка теплая, здесь не очень глубоко, и за счет этого вода хорошо прогревается. Сейчас грязь на мне высохнет, пойдем купаться. Кайф, просто кайф. Такая вот бухта получается. Там берег, а с этой стороны коса, озеро. Длинная-длинная коса. Потом выезжаешь на Бакальскую косу, и там дальше как бы залив и море. Все место уникальное. Сколько лет живу, первый раз тут. Я раньше об этом не знала. Запах, конечно, грязевого озера присутствует, но не навязчивый, не сильный. Плюс запах моря. Абсолютно сегодня чистое небо. Серфингом еще занимаются, палатки стоят вот там возле утеса. А песочек тут мягкий-мягкий, нежный-нежный. Маски Бакальского озера. Крабик улазил. Оставил ракушку и побежал. Вот это его ракушка. Море бежит. Сейчас мы его отпустим. И здесь по пояс. Одно видно вообще хорошо. О, красавицы какие плывут. Такие медузки попадаются тут, экземплярчики. А еще сейчас ската видела, недалеко от меня проплыл. Это еще та дрянь опасная. Вообще здесь очень мне понравилось, красиво. Бакальская бухта очень близко расположена к Бакальскому озеру, поэтому в 2005 году при сильном шторме воды моря захлестывали
косу и переплескивались в озеро, чем видоизменили его состав. Вообще, это на самом деле самое богатое по виду озеро среди соленых озер Крыма. Тут приблизительно 15 разновидностей живых существ. Озеро вместе с Бакальской косой входит в ландшафтно-рекреационный парк, который по своим размерам составляет 1520 гектар. Тут мельче. На мель на какую-то вышла. Мне здесь напоминает такое море, как в Оленевке. Все, я медузу поймала. Камись на дно смотрела, не заметила. Коленкой зацепила. Она вроде не успела меня ужалить, хотя, наверное, чуть-чуть есть. О. Было мне ее зацепить, а? Ладно. Ого, какой экземпляр. А вон и скат. Вон он поплыл. Видели вы или нет? Сейчас мы его догнать попытаемся. Тихонечко, может, осядет. Смотрите. Так, главное, чтобы он в мою сторону не поплыл. Он поплыл дальше. Вот так с горки смотрится это. Бакальское озеро — одно из 6 озер Крыма, которое входит в природоохранные объекты. 4000 метров кубических лечебных грязей находятся на дне Бакальского озера. Ехать к Бакальской косе примерно 4,5 километра, поэтому сюда очень доезжает мало людей. Как видите, дорога полевая, абсолютно грунтовая, поэтому удаленность дает о себе знать, и здесь действительно дикое вот такое вот место среди полей.